Сәлем алейкум, сайғылы телесүйерділеріміз, сабах шерфлеріңіз қайырлы олсын. Юзир әбеміздің сонсыз рахметті ве лүтфінден юреклеріңіз нұрлансын. Гөнул фікір қысмет ве еларымыз ачық ве айдын олсын. Дерді олғанларға дерман, хасталарға ажеле шифалар насип олынсын. Атыр тақымысызге толы, семерелі, нетежелі қайырлы күнлер тілей. Қайырлы сабахлар олсын, сайғылы телесерчилермиз. Алмады, 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 ал
Кадыровнын ижрасында сыра-сыра жезвелер йыры яңгырады. Сабах программасы девам эти. Ве эркезге малюм олганны киби милиарекетимызды Хрым-Татар газеталарынын йыры гайет эметли. Быйылар девамында газеталарымыз халқымыздын сесыны девамлы білдірелер. Бу мефтунын афле ачыхламадық. Месели Авдет газетасы башта Сервер Керимовнын эвінде, сонрай Эльми Умеровнын эвінде чыхмаға башлады. Ве медиаларымыз бу сурада АТР телеканалымыз мыйым ер алмақта. Ве шымды жанлы бағымызда Ахмезджит Шері бүгін жанлы бағымызда мелерекетіміздің фаал ишракчелерінден бірі Зөре Уджа Умерова келіні селям лайық. Селям алейкум, Зөре Уджа. Чух сах олмыз. Хайрлы джумалар олсын, Зөре Уджа. Амин. Қырымдан сізлерге сұжақ селямлар еллаймыз. Чух сау мыс, Зөре Уджа, асылды. Бұл сабақ программасы мұбарек джума куны ве әлбетті кез сізге әркезден бұны сұраймыз, сізден де сұраджа қоламыз, сізін сабаныз адет үзіре насыл башлана? Менің сабам сабақ намазымдан башлай. Дуалар чоқ етеміз, Құран оқуымыз, әлбетті незетлі Қырым татар халқының әдет бойынша қағиден башлай. Сол мектепке отырамыз ішкен. Гүзель сабаныңыз асылда башлана, ән асасы намаздан башлана. Зөре Уджа, сізге бүлі суалым олачақ. Білеміз ке, мелерекетімізді матбуат ве медиалар, мұйым ер алалар, сіз бұл ақында не айта білесіңіз? Бізде ебеде Қырым татар мелерекетінің ішінде білесіз, Алла сауығыны берсін Мұстафаға, мен оларнен қошылған едім мелерекетке. О, бір девлет кебі япма тұрыша еді. Сүргінлікте яшағанда бөле. Ве Қырым татар халқының хабердар етмек үшін, әвелде, мисал үшін, информационный бюллетені чыға еді. Қасевес журналы чыға еді. Әбетте, Өзбекистанда Ленин байрағы газетасы да чыға еді. Ама ол енді девлетке болсына еді. Ве оңа көре мәліматлар берейді. Ама Қырымда не олған еді? Бе Қырым татар мелерекетлер әрекетінде насыл ішлер алып барыла еді? Олы информационный бюллетендер дағыта еді. Евелде. Ама Қырымға қайтқан соң 1990-ші сенесі енде бар еді мұнда газетлер, мелерекетіміз баса еді, ама бағымсыз, бөле білесіз, девлетке босынмаған бірінші газет, әліда екені газет, яныштым. Қырым газетасы шымды чок баса, ақиқатына, Ленин яңы дүния тұрыша, Елмастаным, сізің телевизион каналыңыз бағымсыз сайла, біз тұл қадерлер сіздерден де маңлаймыз. Ама әвелде 1990-ші сенесі о вақыт Қырым татар мелерекеті ОКНД-де дейдік. Бірінші олар яптылар Абдетіңіз етаны. Ве Авдет газетасы ақында не айта білесіңіз? Насыл журналистлер кімлер анда чалышқан еді? Журналистлер білесіз, сөз ұстасы мүмкін өлі айтмаға. Өлі тәжірибесі олған инсанлар, олар башлаған әділер, мисал үшін Рустем Джелилов, Лиля Бұджурова, оны айырда қайд етмеге істер едім, чүнкі білесіз, оның екі самиздатын шыққан еді шиырын жинтықлары, пек күчілі, пек күчілі үрегімізге, үрегімізін тістіреткен шиырлер. Ве о енді әлбетте журналист тәжірибесі де бар еді оңда. О асыл редакторлық о чоқсы япа еді. Машалла, о білесіз, оны сон атты рус каналларына біле алған әділер. Кипик күчілі журналист. Ве Қырым татар журналистиканың анасы деп оны күмерсі айта өле. Керчектен, білесіз, бұл екенені сөз ұсталықны бе рух десебелі бар еді. Емтек онда деген, Авдетте чалышқанған епсіні, ама оны қайырда қайдетмес керен. А, Елмас ханым, түн еуін
Лилева ханым 60 яшыны толдырган иде. Мен аны истер едим, мүмкүн болса кайрыламага. Бул сезили. Лиля ханым сагдашыбыз. Алла сизге кави омур, саглам иман ве чок-чок темиз инсанлар достукка берсин. Біз сізіне епіміз севеміз, үрмет етеміз. Ве сіздер ке біз, сіздің тәжірибеніз пек чоқ керек. Да, ечтірмек керек қырым татарларын арасында, қырым татар өзей журналистеріні. Чоқсамыз, Зөре Өджан, бізді бұл қайырлавларға қошыламыз, бізді Лиля ханымны қайырлаймыз, чүнке керчіктен де Лиля ханым сұсайтыны журналистиканы анасы кебі, ода бізлеріні чоқ огреті еді девамлы, ве бізлер үчін дайыми орнек. Ве оның шиырлері, мен білесем, сіз менен разысыныз, епімізге рух береді. Зөре Өджан, ве Авдет газетасы ақында егер мұна лафетсек, Авдет газетасы Эвде чықайды, ойле ма? Авдет газетасы 1990-ші сенесі Улехар аралынды чықармаға бөле нешірият. Ве әлбетті бина йок, башланған еді, сіз доғыр айтыны, Сербет Керимовны өнде, ама аз заманында олды. Ве ими агам Умеровның ебіне ауышқан еді редакция білес Муарелет Эвичінде. Анда әркін саба топлана едлер, макет, газетінің макетін азырла едлер. Ве сон курьер тап Ригаға албара еді, ве анда басыла еді о газет. Сон поездінен кетіре едлер Қырымға, ве ев-евден дағыда еді. Ама әрбір Қырым татарыны анда оған мәліматтан штиха беру олсын, қырым татарлар нелер ола қырым ішінде милли әрекетте білсіндер деп оле бір іш алған еді. Анда Рустем аға Жилилов, Гүлнара Курталиева чалыша еді. Айтам да, ол бірінші адымлар қырым татар журналистиканы япмақ үшін. Әлбетте біз әпіміз білеміз, насыл сөз тесір әте инсанға. Оның үшін бұңа чоқ емелет берілген еді, де елінің келгенлерін яқтылар. Шымды атада бір кере сон чықайды, әлі де атада бір кере чықа, ама сон ке заманда Қырымда денішмелер олған сон, Авдет газетінің регистрация етмеділер, бе Русия законлар бойынша 999 нұқысқа чықса, оның мүмкін екен регистрациясыз шықармаған. Решімді Авдет газетасы 999 нұқысқамен чықа ве дағы талар бөле ебебден. Зүре Өджан, бақыныз, яны медиаларымыз бұзым қаятымызда мұйым бір ер алалар. Ве бүгінке күнде медиаларға дестек көстірмегене қадар әметлі мұнатер телеканалымыз бар, Авдет газетасы Қырым газетамыз бар, ана тілімізде чыққан газетамыз бар. Кетсектен білмейм не үшін. Әлбетте ол жайлікке бетін, жайлікнен бағылыдыр. Не үшін де Қырым татарлар чок язылмай ол газетке. Енді не қадар олса да Қырым татарлар баяғы бар Қырымда, ама 4000 нұсқа газет чыға. Ол әлбетте пек ярамай өле бір тенденция. Оның үшін мүмкін оса сіздің басасыны мен спикстер едім о газетлерге язылсын халқымыз. Біріншіден о естектемек сайыға. Екіншіден де инсан не қадар чоқ оқыса, о қадар білгелі ола, оның лапы башқа жа ола. Атиет телеканалын айрыжа қайды етмек істер едім. Қырымда Қырым татар халқы чоқ бекілей, заман бекілей. Сіздерін чоқ бақамыз. Ве пек істер едім сіздерге де бір мұражатмен айтмаға. Чоқча Қырым татар халқынен олған проектлерін көстерсе едіңіз. Ленур ағаны үрмет етеміз, машалла, чоқ бүзен ішлер япасы сіздер. Ама бізлер мұнда
тик сусаган бир инсанга суу берсең кадар үстө кубаначак э мына биздер да сиздерге уже бакып отурабыз сиздерге кадар чок күзей пайдалуу маалымат берсеңиз кимер инсан вот яшлы инсанлар энди чок эрден чыкармай улар айталар сабак очурем матерни дипломатияттан мен атерни жашайм дейлер элбетте ну кенчилер улар интернет басасынан да башка нелер билелер ама кенине да инаныз сиздер де кырым татар жашлар кенчилерге иште чок эле проекттер жапсаңыз сиздерди бакабыз чок бака инсан элбетте дестек пост бермеге да тырышабыз ама мында биздер подписаться эткенде ошибка 403 чыгат бизге кырымдан ул операцияны биз жапабыз Мы очень были ёлаймыз Киевке кеткен адамнен. Чок сагымыз, Зурио Джам. Сагымыз были гузель телеклерініз ичун. Ве, эбеті, гузель телеклерініз ичун де сізге айрыджа минидармыз. Ве, хысқадан ватандашларымызға не айтмаға истерадыныз бүгін мұбарек джума куна? Тек истерадым... Кырым татар халкы шынды агыр вазиетте ве бундан бетер имтихан бизге керекми онун үчүн иште бул имтиханды эмне үчүн нураллар бизге жолады биздер пикир этмек керекмиз биздер башка казаклардан кийинсек улар киби жашаса улар киби түшүнсек Біздер қырым-татар халқы дегеніміз. Біз бір болмаса қайда озынны қырым-татар деп кем айта. Ама қырым-татар, ақиқи қырым-татар олмақ үшін тарихнен, мәдениетнен, динімізнен, тілімізнен біздер яшамақ керекміз. Аллаға сонсыз шүкірлер олсын шымды бар біле. Кемерсі кеншілерде яңы бір проектлер япалар. Баладан башлап, ибачык бала бакчасына барган баладан башлап, япалар. Садеке бакмак керек, тапмак керек, окумак керек. Кечлеримизге айрыча муражат этместейм. Иште ана тилимизди лафетмесеңиз, динимизди билмесеңиз, сиздер биомасса. Мен истемем, иште биздерни биомасса дайын сайганларын. Аллахка чок шүкүрлер болсун. Шымдык бир чок бар имканлар. Олунен пайдаланмак керек. Милletimizni yaşatmak керек. Vatanimizni gullettirmek керек. Ve devletçiligimizni kurmak керекmiz bizler. İmkanlar bar, tek istek керек. Tırışmak керек, gayret керек. Чок сагымыз, Зурио Джам. Сагымыз боле сузлер айтханыныз үчүн. Мы сізге жан юректен минидармыз, ве сізге хайрлы күнлер тилейміз, ве текрар айтам теклифлеріңіз үчүн. Чок-чок сагымыз. Алла сізге де ярдымчы болсун, девамы. Сагымыз. Сайхлы телесерджилеріміз, программамызны девамы темыз, ве керчіктен де Зурио Джамыз айтханы кеби. Биомасса киби олмайық, унутмайық, кім біз, тіліміздің, дініміздің, велбеті ки біз жемхуриетімізге ерешеміз. Эрші бізден бағылы, девлетлерден дегіл. Нұман Челебиджихан айтқаны киби меркезден ішбеклеме, меркезиетіні кендінден яшат шының үшін. Насыл озымыз, насыл еллар албарсақ, оледі олар. Ашымда есе келініз, балачықларымызға соз берейік. Балаларын да бірчоқ арзулары бар. Шымды балалар айталар рубрикасы. Ондан сонра мирақлы мұсафырлер келініз ередейік. Мен ЕФСы хаста адамларыны тедавили едім. Оларыны... Хаста адамларыны яхшы япайдым насын. Мана... Бадье. Мен тұмсынчы оған ұфсам ЕФ. Алтын. Масына, учах. ЕФ. Ауырыдым. Мен тұмсынчы оған ұфсам Мен машина алыр едім. Ана бабаға ярдым етер едім. Халпақтан тапшан чығарар едім. Мен тылсымды олайдым. Мен эпсін адамларына тедавиле едім. Саты жоғылар едім. Машина, кучах.
мен озими машина алырдым. Мен эпсы хасталарына тежимия. Чунки соно если улар олер соно азолачах адамлар ярамай олачах. Ве олар бек яшама хаста эделер. Крым известен во всем мире, но насколько этот мир действительно знает о его богатой истории? Алтын-Дивыр открывает новую страницу крымско-татарского государства, насыщенную удивительными и малоизвестными фактами, которые проливают свет на загадочную и ныне почти забытую эпоху. Тема Крымского ханства сегодня интересует многих. Она новая и открывает любопытные факты, которые хотелось бы донести первым. Однако никто так не расскажет о прошлом крымских татар, как сами крымские татары о себе на первом крымско-татарском телеканале АТР. Неважно, какой у вас телефон, неважно, какая скорость вашего интернета, не переживайте, если вы пропустили эфир любимой программы. Вы можете посмотреть ее в архиве телеканала АТР со своего смартфона. Также в приложении вы можете следить за прямым эфиром и оформить подписку на АТР. Для этого просто скачайте мобильное приложение АТР, Web Store или Play Market. Телесерджилер Мас Сабах программа с девами ТВ Вадеткиным Киби Менсизлерными рахлы инсанларнен танышет меге ашыхан бу Киевде яшаган истидатлы ве фальгеншлер Мас Бар Сентартан ве Исмаил Хуртумеров. Селям алейкум, хош келдыныз. Ну а теперь расскажите, как начинается ваше утро? Это сложный период для вас? Очень. Это самое тяжелое в дне, это утро. Всегда. Кофе не помогает? У нас есть хорошая традиция пить кофе. Ну, по-разному. Арсен, вы стараетесь объединить крымско-татарскую молодежь. Я смотрю, вы активно, всегда очень так активно, менеджерски ко всему подходите. Как возникла инициатива объединить крымско-татарскую молодежь? Здесь не секрет, был предшественник, я когда попал в Киев первый раз, и я, ну, где-то несколько месяцев прожил в Киеве и познакомился с сервером Садыковым, он на тот момент очень активно в этом направлении действовал, то есть тоже какие-то мероприятия продумывал разного масштаба. И, собственно, после того, как сервера мы условно потеряли по хорошей причине, когда он женился, когда у него родился ребенок, ну, мягко скажем, не до этого, а не хватало, и как-то ничего альтернативного не появилось, ну, пришлось что-то выдумывать самому, скажем так, по стопам. Мы подробно поговорим о мероприятиях, о предстоящих мероприятиях. Знаю, что будет очень много интересных мероприятий, вы о них сегодня расскажете. Исмаил, вы выпускник музыкальной академии, и я радуюсь вашим успехам, наблюдаю за вашим творчеством. Расскажите, вот закончили в прошлом году консерваторию. Как складывается ваша творческая жизнь? Ну, на данный момент я, наверное, больше в поиске. Вот. Потому что, в принципе, я
когда поступал в академию, я не знал для себя, буду ли я оперным певцом или нет. Ну что, в принципе, когда уже в академию я поступал, у меня была одна цель. Как бы овладеть своим голосом, научиться петь, контролировать его. Потому что до академии с этим были проблемы. А там уже что я буду исполнять, тут для меня был вопрос. И сейчас я как бы вроде как уже нахожу, но еще не до конца нашел. Еще в поисках. Еще в поисках, да, наверное, так более правильно. Знаете, я иногда слушаю вас, да, Facebook сегодня обо всех все рассказывает. Слушая вас, как и музыкант в том числе, я наблюдаю, у вас есть такие хорошие задатки композиционные, не пробовали себя? Композиции. Я именно в этом сейчас направлении работаю. В принципе, именно по причине того, что я не знал, в своем окружении я не мог найти тот стиль, наверное, я не знал, что я хочу, скажем так, да, в музыке. И, наверное, это меня больше побудило самому писать. Я начал сам искать, что изнутри идет. И, по сути, сейчас я в этом направлении двигаюсь. Я занимаюсь в одной саунд-студии, в саунд-скул, именно как композитор. Но пока все в таком. А какое направление ближе всего в музыке? Тянет меня в восточку, определенно. Это мое, у меня это получается. Просто если брать крымско-татарское, к примеру, то это не этническое. То есть я, зная крымско-татарское, я намерен делать что-то более современное, что ли, используя современные технологии, грубо говоря, да. То, где я сейчас занимаюсь, там именно обучают этому. Как сейчас компьютерные звуки применять, что есть, и так далее. И, я думаю, будет интересно в итоге. Если мне нужно будет написать песню, я теперь знаю, к кому нужно обратиться. Я попытаюсь написать, пока, конечно, не ручаюсь. Будем пытаться. Как на ваш взгляд, знакомы ли с крымско-татарской культурой здесь, в Украине, в Киеве? Как относится к крымско-татарской музыке? Как вы считаете? Мое мнение, что очень мало знакомы. Честно, я тут 6 лет живу, и о нас очень мало знают, в принципе. Больше начали знать после всех этих событий, но тем не менее, все равно... А ведь столько проводится мероприятий культурного характера. Вы организовываете очень много мероприятий. Пока еще... мало, не время или что. Потому что в основном о нас только знают там, что у нас кухня хорошая, что мы хорошо готовим. А что касается музыки, искусства в целом, в принципе, о нас никто ничего не знает. Это мое мнение. Плюс, знаете, в чем, что... есть желание, у украинцев, да, у них есть желание, им интересно это, что это, кто такие крымско-татары, какая у вас культура. Потому что, в принципе, куда бы я ни приходил, в какой-то ансамбль я слушался, когда всегда у меня просили спеть крымско-татарскую песню, чтобы было интересно, что есть это. Есть же интерес. Интерес есть определенно, да. Я думаю, что нам просто надо... активнее работать в этом направлении. Вы активные участники встреч крымских татар. Расскажите, на какие мероприятия в большей части собираются крымские татары, крымско-татарская молодежь, на ваш взгляд? Что касается мероприятий, их условно можно, наверное, разделить на сегменты, то есть это развлекательного характера, понятно, что это наиболее частые, наиболее, по большому счету, простые, потому что не требуют каких-то ресурсов человеческих, материальных, существенных. Бывают благотворительные какие-то, направления, здесь немножечко сложнее, но тоже, в принципе, тут
Все решает инициатива, а ее в этом направлении благо хватает. Очень большой отклик, очень отзывчивые люди. То есть, в принципе, это второе направление. Ну и третье, наиболее сложное по нескольким причинам, это вопрос, касающийся, ну, это не совсем в классическом понимании образования, но это развитие какое-то. Здесь сложности возникают и с точки зрения спроса, потому что объективно это не касается только крымских татар. Вот образовательная часть, на нее, как правило, меньше всего времени. Никогда не возникает после работы там: ребята, пойдемте там поучимся чему-нибудь. Чаще возникает там: а пойдемте в бар, да, то есть, ну, условно. То есть это вообще не касается крымских татар, в принципе. Поэтому это первый фактор. Ну и второй, конечно, ресурсность. Что не касается все-таки образовательной определения. Не, я не про образовательную, я про какие-то курсы, про какие-то занятия, да, то есть вот буквально завтра будет первое занятие в направлении. Здесь вопрос именно преподавателей стоит, вопрос материально-технической базы. То есть это третье направление, по которому встречаются крымские татары в Киеве. А в прошлые выходные, мне очень название понравилось, вы все были в Межгорье, вся наша крымско-татарская молодежь, уже не первый раз вы так собираетесь, название «Крымский захват», но вообще, если мы будем использовать в Крыму, мы говорим «Крымский возврат». Расскажите ваше впечатление, Исмаил тоже там был, да? Исмаил, да, ты исполняешь там песни, да? Ну, в этот раз не получилось в Межгорье исполнить. Ну, был как-то момент один, когда там мне предоставили доступ к роялю. Вот. А еле оторвали. Да, вот. Ну, в Межгорье там красиво, туда всегда наши с большой радостью приходят, гуляют. Что как-то приятно наблюдать, что пары образовываются после таких. Об этом мы обязательно поговорим. Да, это очень важный момент. Вот, и тут, ну, Арсен как бы, да, все это организовывает. Ему большой респект. Я сейчас говорю это не потому, что он здесь сидит, как бы, да, ну, потому что это объективно, это факт. Вот, и, наверное, уже вот его можно даже ставить в ряд, вот там, ну, как их называют, сваты, да, как бы, потому что, ну, серьезно, вот уже сколько он мероприятий организовывал. Второе счастье, что мы в прямом эфире. Вот, я наблюдаю, что реально на таких мероприятиях уже и пары наши организовываются. Хорошая тенденция. Это действительно очень хорошая тенденция. Сколько пар? У него просто самого сложилось, наконец-то, это он не может удержать себе. Вот, в общем, да. И сколько пар уже образовал за этот период? Ну, за этим он следит. Я не слежу, я не читал. Ты, кстати, мог бы уже записывать так для себя. У нас уже на АТР, например, мы уже сбились со счета. А вот у вас... Ты какую по счету себе пару находишь? Я нет, у меня я не такой. Не, короче, не знаю, мы не читали. Я просто говорю о том, что, ну, действительно, это здорово. И действительно, эти мероприятия очень важны. Угу. Очень важно. И был период, когда ты там исполнял, не могли оторвать от рояля. К сожалению, рояля сейчас нет. Можем дать слово. В смысле, спеть? Спеть, конечно. Как раз мы говорили сейчас о парах. Может быть, есть кому спеть, и может быть, есть кому исполнить. Ну, я думаю, что все-таки есть. С утра, конечно, это не самый лучший вариант. Ты не меня понимаешь. Я понимаю, да. Я знаю, что для вокалиста это не самое лучшее. Ну... Ну почему? Ну, мы обрадуем наших зрителей и, может быть, кому-то посвятим эту песню. Близкому другу. Сейчас. Айда да джанам, эля да козлюмен сана келдым, дживанам сана келдым, алыны хвалыны сормая келдым, диваным сормая келдым, диваным сормая келдым. Айды да
canım elada gözlüm en sana geldim civanım en sana geldim seni Машалла. Утром плохо. Да сложно с утра, сложно. Все звучит. Спит еще. Жизнь боль. Все звучит, машалла, чесахал. Очень, конечно, приятно. А теперь, вот ты спел песню о любви. А, спрошу вас, какой должна быть крымская татарка? Ваше мнение. Я считаю, что... В принципе, у людей, ну конкретно, особенно у крымской татары, у крымской татарки же, нужно, чтобы у нее было желание развиваться. Mm-hmm. Это мое мнение. Мне кажется, сейчас желание развиваться очень сильное, запредельно сильное. Вам так не кажется? Ну... Что крымские татарки два образования, аспирантура, докторантура. Ну, не знаю, не знаю. Просто, как бы, к сожалению... Могу познакомиться. Просто сталкиваешься с тем, что, по сути, у нас как-то, да, у нас очень сильно развита свадебная индустрия. Mm-hmm. И, по сути, так получается, что для большинства крымских татар, в частности, крымских татарок, я нахожу такую тенденцию для них, вот чуть ли это вот главное событие вообще всей жизни, да, вот вышла замуж. Главное выйти замуж, заинстаграмить, хэштег, ты уже хэштег придумала, да, нет. Ну, короче, это просто, я говорю то, что на свадьбу слышу, да, как бы. Вот, и... А что потом? Ну, вот, да, там, окей, и как можно раньше, там, 18-19 лет еще как, еще, ну, школу только закончила, но надо вот, ну, чем скорее, тем лучше. Ну, мое мнение, я считаю, это как бы неправильно, что все-таки в мире есть очень много всего, и семья – это важно, это нужно, это здорово, просто не нужно с этим спешить. Вот. Угу. Ваше мнение, Арсен? Ну, я, как обычно, буду уходить от прямого ответа, потому что нет, ну, мне нравится, когда ты, ну, заходит разговор, и человек говорит, ну, она должна хранить традиции, но быть ультрасовременной. То есть вот традиции и ультрасовременной, и все это как-то миксануть, и так же, чтобы по-особенному, то есть... А надо было еще одного третьего гостя пригласить, вот он будет... Да, я об этом думал. Да. Ну, мы не будем называть его имя, я думаю, все вот. Знают. Ну и... На самом деле сложно загнать в какие-то рамки, ну, в смысле, какой должна быть крымская татарка. У нас очень разнообразная нация, у нас очень разнообразные люди, одаренные, каждый в чем-то своем. Сложно сказать, какой должна быть одна какая-то идеальная. Uh-huh. Это должны быть просто давайте, классные какие люди. Вам нравятся, давайте вот так. Разные. Uh-huh. Конечно, приятнее общаться с людьми, вне зависимости от пола. Девушек это тоже обязательно касается, с активными, с позитивными. Да, то есть, а там вот активность, она в любом случае, она заставит человека развиваться. Активность заставит, да, то есть, обеспечит широкий кругозор, обеспечит интеллектуальную составляющую. Да, то есть, ну, давайте, если говорить о критериях, то это какая-то активность. И интеллектуальная составляющая важность. Ну, она все-таки важный следует, момент. Она подтягивается. Если человек активен, он не может быть, ну, условно, ну, как термин выбрать полулояльнее, ограниченным. Он mm-hmm. не может. Активный человек – это всегда много встреч, много знакомств, много общения, много каких-то познавательных моментов. И, соответственно, такой человек не может быть неинтеллектуальным. Есть вопрос от нашего зрителя, я его зачитаю. Вернемся к вашей деятельности в Киеве с другими молодежными организациями. Почему им не объединиться и работать во благо молодежи вместе или разные цели молодежных организаций? Вы объединяетесь как-то вместе, встречаетесь с другими организациями, с представителями других там, народов,
Ну, я вообще не делю на организации. Я человек, я вижу, что-то происходит, да? Вот. Но здесь есть еще, смотрите, крымско-татарские организации, да, в Киеве. Окей. Есть крымско. Вы как-то встречаетесь, объединяетесь вместе? Есть какие-то совместные проекты? Ну, я уже говорил, что у меня нет никаких проектов в принципе. У меня есть какие-то инициативы, я их воплощаю. Все. Если другие организации воплощают какие-то, да, то есть свои инициативы, я стараюсь посещать. Я стараюсь это со своей стороны продвигать, освещать по мере возможности среди своих друзей. Что бы ни происходило, да, то есть я стараюсь, чтобы мои друзья об этом узнали. Вот, посещать по мере возможности, причем это в очень высоком приоритете стоит. Вот мероприятия даже другими организациями воплощающиеся. Поэтому говорить о каком-то сотрудничестве, ну, вот есть организация «Мариам», она не является национальной, она является, да, просто благотворительное направление. Мы поддерживаем, мы организовываемся, мы стараемся, да, то есть поучаствовать по максимуму. Ну и, соответственно, если кто-то пытается помочь, вот была, как можно назвать это, коллаборация, да, то есть попали одной организации огромное количество билетов бесплатно. Вот, мы в итоге решили их распродать, это на Энрике Иглесиаса, и в итоге эти деньги пошли сразу по двум направлениям для детей. Можно сказать, что это сотрудничество, да, то есть в какой-то мере. Угу. Да, кстати, вы часто посещаете детские дома, и Исмаил тоже участвует. Расскажите об этом. Как возникла эта инициатива? И это уже носит такой системный характер, такая хорошая тенденция. 4 года. 4 года. Исмаил уже в последнее время стал открывать все торжественные части этих поездок. Поешь дети. Что поешь? Не, ну, открывать в смысле гимн пою я, да, вот, в первую очередь. Ну, а там уже по-разному. А у нас были на этой неделе очень много участников этих встреч, и все очень тепло отзывались, когда вы посещаете детские дома. Каждый об этом рассказывал, каждый рассказывал свои впечатления. А как вообще возникла эта идея? Первый раз я попал через моих знакомых, познакомился, есть такая Елена Мануилова, и у нее есть организация «Варте Уваги». Вот они начали ездить, по-моему, 5 лет назад. Ну, я не могу быть точен в датах. Они ездили, и получается, я с ними поехал первый раз, а на второй раз уже узнал, что есть Ольга и Мария Абдалла, они при Джами на Дегтяревской. Они тоже ездили с Еленой Мануиловой, и у них возникла идея поехать в своей компании. И вот эта компания разрасталась, в нее попал и я буквально уже с второй поездки. И мы вот начали таким образом ездить. Да. Угу. Машаллах. И еще вот очень важный вопрос. Сегодня я наблюдаю, что наша молодежь стремится к исламу, и это хорошая тенденция. И вы также организовываете лекцию об исламе, и в эти выходные будет мероприятие, да? Расскажите о лекции. У вас очень интересный спикер, я его люблю очень приглашать на эфиры. Да, речь идет о том, что Тарик Серхан – это... Ну, вообще, мне кажется, в любой сфере очень важно, чтобы преподаватель имел прежде всего харизму и очень глубокие знания. Второе нужно для того, чтобы иметь возможность четко ответить на возникающие вопросы, потому что просто подать материал, этого недостаточно. Ты не можешь называть себя лектором, преподавателем, преподнести материал, я его и прочитать могу. Преподаватель — это тот, кто может ответить, тот, кто плавает глубоко в этой теме. Ну и первое о харизме — это как. Неважно, что мы говорим, все-таки очень важно, как мы это говорим, и в этом плане я, наверное, даже равных Тарику не знаю. И вот очень важный момент, что мы запускаем не курсы об исламе. Это не совсем основа, это не совсем столпы, это не минимальные знания. Да? То есть это больше рассмотрение каких-то современных моментов,
которые регулярно в бытовой жизни возникают у молодежи с точки зрения ислама. То есть первично ситуации у каждой, у нас вообще предварительно запланировано 12 таких встреч. Вот, 5 тем есть уже, остальные мы будем обсуждать с теми, кто будет посещать, что интересно, как интересно. То есть 7 встреч, они будут исключительно, назовем так, по заявкам. Вот. И это будет первично какая-то ситуация возникающая, да, то есть какие-то обстоятельства в жизни молодежи, в том числе и в Киеве, и как с точки зрения ислама их можно рассматривать, разрешать и, да, то есть жить. Ислам — это образ жизни, это неотъемлемая часть. Это, тема лекции на этой неделе какая будет? На самом деле обсуждение было очень бурное, и тему предложил Тарик. Мы летом делали, кстати, это инициатива Исмаила была. Расскажи, если это была твоя инициатива. Ну, летом... Я уже не помню, как бы, как там началось, но да, мне было, ну, в первую очередь мне было интересно, у меня были свои вопросы о том, как жил пророк. Вот, и я пришел с этими вопросами к Тарику, вот, а потом у меня просто возникла идея, что, может, не только я один интересуюсь этим, да, я поговорил с Тариком, поговорил с Арсеном, то есть мы собрали группу, и, да, первая лекция тогда еще летом была. Я так понимаю, после этого как-то оно и вот сейчас переросло, да, вот в эти как бы грядущие 12 лекций. И тема этих выходных? На этих, выходных тема будет очень веселая, она очень так ярко, широко обсуждалась. Речь пойдет о, как правильно их сформулировать, даже не выборе, а, ну, об отношениях между парнем и девушкой, то есть начиная от поиска, если можно так выразиться, или подбора, вот, но в том числе и в построении дальнейшем, то есть встреча будет интересна как тем, кто пока не имеет второй половины, а так и тем, кто уже на каком-то этапе отношений, будь то там до свадьбы, да, только встречаются, или уже там детей растят, очень важно, да, то есть все равно возникают, это прежде всего вообще это прежде всего взаимодействие, нахождение консенсусов и что об этом говорит ислам, какие примеры приводит, мы будем говорить завтра в 13 часов в Крымском доме. Вот. Ну, как обычно, Крымский дом, он стал по-настоящему крымским, поэтому большая часть мероприятий проходит именно там. Хорошая инициатива, машаллах. Давайте поговорим немножко о родном языке. Вводите ли вы правила говорить на родном языке? Если пронаблюдать за нашим национальным движением, всегда были, вот мы говорим сейчас на родном языке, кто-нибудь стараться, тот там платит штраф. В мое время в молодежных организациях мы тоже, все, кто не говорил, начинали говорить. Есть ли такие вот у вас, есть ли такой опыт стараться говорить на родном языке? Ну, пока это больше такой шуточный вариант. То есть... Ты говоришь? Всем лафитесом. Лафитесом. МД я хочу лафитесом. Бераз. Ама улетыши бисын костермейсын ма? Состоплаш ханда ма на бугун шынды мен сізлернен эп сілернен анателем сізде лафитеже. Оледола, ама мені... Чахарнам элер, унчен сон. Махсус лафет меккерек, база инсалар махсус лафет элер. Он мен урышая да украин дел лафет турала. Еще такого не было, да? Такого правила нету. Мы сегодня собираемся, и мы говорим вот на родном языке, Исмаил начинает, а мы все стараемся. Ну, таких правил пока не будет. Вводите. Вводите, потому что язык это все-таки неотъемлемая часть нашего, неотъемлемая часть наша. У вас еще есть очень интересная инициатива, клуб Зиаллар, да? Вот расскажите об этом. Ну, опять же, идея, многие идеи растут из обычного корпоративного тимбилдинга. То, что позволяет сплотить команду в какой-то компании, в принципе, это все завязано на психологии, на каких-то моментах раскованности, да, то есть, когда уходят грани между людьми, когда они знакомятся в неформальной обстановке больше, выражают больше эмоций, улыбаются, смеются, происходят какие-то нештатные ситуации. И это позволяет наладить гораздо более тесный контакт, больше доверия. И настольные игры, интеллектуальные игры – это один из способов, который я взял по месту работы, да, то есть и начал применять уже в
сфере моего собственного термина народ-билдинг, да, то есть когда мы собираемся, это весело, это интересно, это действительно позволяет развиваться, да, независимо от того, какую игру мы берем. Это Например, какие игры? Наиболее часто это, например, Alias, игра, которая позволяет развивать ассоциативное мышление. Это «Показуха» или «Зеленый крокодил», это игра, направленная на развитие жестикуляции, мимики, да, то есть в этом направлении. Это, ну, та же «Мафия», это некий формат, ну, «Мафию», я думаю, большинство играли, да, то есть это игра, которая позволяет отслеживать изменения эмоций, изучение очень тонкой мимики людей. Тоже очень интересно, в принципе, возможно, позволит человеку в дальнейшем в каких-то ситуациях жизненных там, держать марку, там, не реагировать на провокации, что для нас тоже важно, как для народа. Есть стратегические игры, такие как «Мистериум» или «Цитадель», там, где нужно продумывать, смотреть, что делают другие, пытаться от этого играть или навязывать свой формат игры. Да? То есть это тоже заставляет. У нас сейчас есть два комплекта игры, тоже стратегической, под названием «Tars». Первая крымско-татарская игра, «Иншалла, поиграем». Обязательно поиграем, я надеюсь, в «Защитника короны». Последние два года это одна из самых популярных и продаваемых игр в Украине, и я лично знаком с ее создателем Михаилом Тустовым. В принципе, есть согласованность, что он как-нибудь придет к нам на игры и проведет игру в то, что он создал, «Защитник короны». То есть игр очень много, «Уна» есть. Это просто веселая игра на реакцию, на внимательность. Она невероятно раскрепощает. То есть несколько игр, и те, кто были в кругу, это уже друзья, это уже те, кто общаются, и на улице обязательно создаются не просто пары. Кивнут, а обнимутся и пойдут дальше. То есть вот основная направленность этих игр и этого клуба. А не было таких инициатив создать свой клуб, типа что, где, когда, в направлении именно крымско-татарском, чтобы развивать и это направление, чтобы мы знали лучше свою историю? Таких еще инициатив не было. Мне сама игра не нравится, например. Вот что, где, когда, но она мне ни по телевизору не нравилась, не так, поэтому у меня такой инициативы, скорее всего, не будет. А теперь давайте вернемся к Крыму. Что для вас Крым? Дом. Очень семья. Трогательно пишешь посты обычно в Фейсбуке. Я ватанам. Ну, да, я потому что... Ну, скучаем, все скучаем за домом. Я когда сюда первый год приехал, было очень тяжело психологически. Как бы, ну, Крым, да, это в первую очередь дом, семья. Родина. Ну, да. Как бы это... Для вас что Крым? Одно. Ну, учитывая, что я в Крыму не был уже очень давно. Ай... Крым – это боль. Возможно, и инициативы не было бы, если бы была возможность съезжать в Крым, потому что здесь дефицит Крыма заставляет создавать Крым здесь в какой-то мере. В виде общения, в виде встреч, в виде мероприятий. А в каком Крыму мечтаете жить? Вот какой Крым мы должны оставить? У нас осталось буквально 2 минуты. А вот какой Крым мы должны оставить нашим следующим поколением? Вот в связи с этим, какой должна быть роль молодежи? Ну, Крым... Вот в каком Крыму вы бы хотели бы жить? Вот. В современном, определенно. Просто при этом не потерявшим вот эту нашу особенность крымско-татарскую. Ну, я например, так вижу. Я был за границей, я видел, как там, что. И, конечно, очень многое хотелось бы в Крыму вот в этом смысле изменить. Арсен, у вас буквально вот 30 секунд. Крым должен быть свободным, дружелюбным, теплым. Теплым именно в плане отношений. Я очень много по роду работы общаюсь с разными регионами. И если вы имеете опыт общения там, с Тернополем,
файні люди. Тобто от мені хочеться, щоб ментально Крим підтягнувся. Прежде всего на вот этом ментально-емоціональному уровні, остальное потянеться. Это должен быть теплый, уютный регіон, в котором всім ради. Ну і кримськотарським. Чух-чух сагом з вузом програмою з Вакі Ельгена Зачину, бо сізге джан юрек тілмені дармас. Сайхлотілі сірджілірмас, бо гузель нохтада програма з ніяким лірмас. Мен хатырлатан бұл кі бізім мусафр лірмас, бі бізім фаль генч лірмас. Бу Арсен Тартан, ве Исмаил Куртымежров. Бұгын кі програма мұзға тешриф бұйырдылар. Сізге хайрлы джумалар олсын, ве хайрлы кумлер тілеміз атерелеуміз.